В среднем каждый самарец производит около 300 килограммов мусора в год. Столько весит взрослый бурый медведь. Большая часть этих отходов в настоящее время не перерабатывается, а выбрасывается в окружающую среду. Эти результаты исследования подтолкнули экологов из Самарского политеха создать проект под названием «Чисто по любви». С его помощью они хотят привлечь внимание самарцев к проблеме экологии. На примере ярких агитационных открыток и инфографики. Отходы бросать вредно, человек не понимает, по какой причине, что некоторые из них там по сотням лет будут лежать в том же самом виде. Да? Рассказать о том, что так называемый там экопластик, который должен разлагаться, да, на самом деле он не совсем и разлагается, от него также остается достаточно много отходов в дальнейшем, да, токсичных остатков, микропластика, о котором сейчас много говорят. И что основное, необходимо менять стилистику поведения, которая позволит, ну, скажем так, человеку быть ближе к окружающей среде. На разработку вот этой агитационной открытки у дизайнера проекта «Чисто по любви» Дарьи Романовой ушло около 10 минут. Дарья говорит, тема экологии ей всегда была близка, поэтому вдохновение пришло быстро. Чем больше говоришь об этом, тем больше общественный резонанс, и тем больше люди начинают понимать, осознавать, там, менять какие-то свои каждодневные привычки. Вот. Поэтому, мне кажется, это очень классный и полезный проект. Вот. И я надеюсь, что наш небольшой вклад, да, наши открытки, они тоже, может быть, заставят кого-то пересмотреть там, свои взгляды. Экологические открытки будут выходить каждую пятницу во всех соцсетях вуза. Они напомнят самарцам о том, что каждый из нас в ответе за окружающую среду. Елена Малютина, Максим Гусев. События.